Привет, друзья, с вами Растафари, и сегодня корейцы наконец-то показали полноценный трейлер пробуждения оружия для ниндзи и тизер пробуждения оружия для кунаичи. Но обо всем, как обычно, по порядку. А для начала реклама спонсора видео. Grizzle.ru наконец-то открылся. Игровые услуги и серебро в играх по лучшим ценам. Удобный интерфейс и очень быстрая доставка. Ну и как обычно, набор поставщиков и драйверов во всех играх. Все контакты в описании к видео. Итак, друзья, это случилось. Корейцы наконец-то показали полноценный трейлер пробуждения оружия ниндзя. Из нашего ассасина сделали большого такого полноценного мастера меча. Того, по сути, каким должен быть, ну, как мне кажется, блейдер. Новый мастер техники шести мечей продолжает использовать основные механики класса, разнообразив их дополнительными комбо из множества мечей и контролей. Классу дали контратаки, немного контролей и, наверное, нормально урона. Хотя выглядит это все, ну, честно, не очень впечатляюще по анимации скиллов, как было у других классов. Но выводы, конечно, делайте сами. А пока смотрим сам трейлер. Итак, друзья, как вам ниндзя? По мне, ну реально не хватает красочности анимации ударов. Понять, что там удары нескольких мечей, можно только именно по модельке персонажа. А вот взмахов в воздухе, следов и прочего, ну как у других классов, практически не вид. Выглядит довольно блекло по сравнению с ними. А вот кунаичи в конце очень миленькая. Но не будем делать пока что скоропостижные выводы, дождемся 23 июня, когда пробуждение для ниндзя уже фактически поставят. Перевод первых 5 известных навыков появится у меня на сайте чуть позже, так что следите за обновлениями и анонсом у меня в паблике ВК, если, конечно, вам это интересно. Высказывайте свое мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ведь именно от их количества зависит, когда появится следующее видео. Вам не сложно, а мне очень приятно. Смотрите прошлый 16-й новостной дайджест, он вышел буквально несколько часов назад. С вами, как всегда, был Растафари. Всем удачи и увидимся на просторах Black Desert, друзья!